В настоящее время одной из ключевых проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие страны, является недостаточное развитие малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы как-то решить этот вопрос и увеличить долю предпринимательства в ВВП, был создан специальный проект в рамках трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина. На последней встрече представители трех регионов обменялись информацией по улучшению условий бизнеса и сотрудничества малых и средних предприятий в этих странах. Прежде всего можно сказать о том, что уже создан. Создан четырехязычный портал, который позволяет прежде всего предпринимателям из трех стран, зарегистрировавшись, получить доступ к базе данных, к обмену информацией, завязыванию новых деловых контактов. Проведено исследование развития предпринимательства в этих трех регионах, издана монография «Анализ развития предпринимательства». В скором времени планируется создать специальный справочник для предпринимателей по ведению бизнеса. В нем будет представлена вся необходимая информация для создания совместных предприятий или открытия своего дела на территории другой страны. А это, в свою очередь, позволит обеспечить полное информирование предпринимателей Польши, Украины и Беларуси. От этой встречи мы ждем хороших, нормальных контактов по развитию торгово-экономических отношений между нашими странами, налаживания контактов между торгово-промышленными палатами, бизнесом, центрами поддержки предпринимательства. Одновременно сейчас приехала вот, например, большая польская делегация, которая работает по программе международной технической помощи. С 2014 года начинается новая программа, с 2014-2020 год, и мы надеемся найти надежных больших партнеров по реализации данной программы. Для экономического роста Гродненской области необходимо развивать более тесное сотрудничество представителей частного сектора экономики с приграничными регионами соседних стран, в том числе Украиной и Польшей. Эти 10 человек из Жешува, они, кроме того, что являются руководителями некоммерческих организаций поддержки бизнеса, они в то же время еще и сами руководят какими-то предпринимательскими структурами. И поэтому они ожидают сегодня и нацелены на конкретные разговоры с предпринимателями из Гродно. То, что эта встреча окончится конкретными дальнейшими шагами по развитию экономического взаимодействия между регионами и людьми. К слову, проект «Наука и опыт для бизнеса» направлен на решение специфических проблем, существующих в данных регионах. А подобные встречи представителей организаций по поддержке предпринимательства обеспечивают обмен опытом между Польшей, Украиной и Беларусью. Заключение договоров о сотрудничестве тем самым помогает значительно расширить географию деловых контактов. Евгения Филиппова, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.